Московский центр непрерывного математического образования и Министерство образования и науки Российской Федерации регулярно публикует списки лучших образовательных организаций России. Второй год подряд в числе 200 сельских школ, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников, названа Ямальская школа-интернат. Такими словами директор Александр Алексеевич в среду открыл встречу с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников и их родителями. Чествование умников и умниц в формате торжественного приема состоялось впервые. Хочется, чтобы это нашло отклик у наших детей, у родителей, у педагогов, потому что это большая совместная работа. Очень много победителей и призеров по биологии, вы сегодня это услышите. Биология, экология, химия, но у нас очень сильные наставники. Много победителей по технологии, а в целом представлены все предметы. Всего в муниципальном этапе олимпиады приняли участие 115 учащихся 7-х 11-х классов Ямальской школы. 49 признаны победителями и призерами, 21 из них защищали честь района на региональном этапе. На приеме грамотами и денежными поощрениями были награждены победители и призеры муниципального этапа олимпиады, а также члены команды чемпиона первенства по военно-прикладным видам спорта «Рубежи». Отметим, Ямальская школа-интернат – это единственная сельская школа Ямало-Ненецкого автономного округа, которая попала в престижный список ТОП-200. Для сравнения, второй образовательной организацией, вошедшей в ТОП, но уже 500, стала Абдорская гимназия, город Салехард.